На старте акции «Поможем вместе» собрано 308 тысяч рублей. Помощь от благотворительного концерта, состоявшегося накануне в Доме дружбы народов имени Кулаковского, будет направлена пострадавшим от наводнения в 4 северных улусах республики. Акция, объявленная Министерством по развитию институтов гражданского общества, будет продолжаться до конца года. Старт акции показал, что якутянам близка взаимопомощь, что они не оставляют в беде своих земляков. Ранее в Якутске успешно прошла акция «Айли, помоги» в помощь пострадавшим в Ивенском селе Березовка Среднеколымского улуса. По состоянию на 26 июля поступило 1 миллион 257 тысяч рублей. Желающих сегодня больше, чем может вместить зал Дома дружбы народов. Но мы думаем, что такой благотворительный концерт не последний. Первый он прошел 17 июня. И сегодня мы также объявляем старт республиканской благотворительной акции «Поможем вместе».